За первый квартал 2015 года задолженность населения за потребленный природный газ увеличилась практически на 5 миллионов. Таким образом, на 1 апреля этого года текущего задолженность составляет 70 миллионов гривен. Несмотря на это, Криворожгаз продолжает бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей. В свою очередь прошу население, всех потребителей города своевременно производить оплату за услуги по газоснабжению, не задерживать свои платежи, придерживаться платежной дисциплины. В сложившейся ситуации под Криворожгаз вынуждена отключать потребителей и должников от системы газоснабжения и взыскивать задолженность в судебном порядке. Если вдруг возникла задолженность, возможно заключить договор на погашение задолженности, возможно оформить субсидию. Для этого необходимо обратиться в отдел субсидий по месту жительства. Также существует сайт Криворожгаз КР-104, по которому абоненты могут узнать режим работы, график работы абонентных служб, узнать информацию о тарифах, о начисленной сумме за газ, оформить справки на субсидию и так далее. Хочу сказать о том, что начал свою работу так называемый колл-центр. По телефону 46 26 104 с 8 до 20.00 7 дней в неделю абонент может позвонить и узнать текущую информацию о состоянии своих платежей, передать показания счетчика и задать все интересующие вопросы.